Ученые бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернется. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радио Болтком авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль». Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Климат-контроль». И у нас на прямой связи ученый, морской геолог, журналист, пишущий о науке Константин Рангс. Добрый день. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и сегодня, да, поговорим на такие сложные темы. Недавняя авария трагическая в Риге, где грузовик вот сбил велосипедиста. Многие, кстати, выражают все время опасения о том, что самоходные вот эти самодвижущиеся беспилотные машины, не будут ли они представлять угрозу для движения на улице. Но мы видим, что, в принципе, вот человеческая реакция тоже не всегда срабатывает, и есть очень много таких драматических вот факторов, которые делают езду, особенно в темное время суток, в зимнее время, особенно опасной. Ну, нужно сказать, что вообще все вот эти вот проекты самодвижущихся, автономных движущихся средств, они все рассчитывают на то, что движение происходит по правилам. И дорога соответствует правилам, то есть ей соответствуют знаки, которые не противоречат друг другу, да, знаете, по принципу «стой здесь, иди сюда», да. Дальше очень важный момент. Дорога, допустим, очень часто должна иметь соответствующую разлиновку. Есть еще много различных вещей. Например, ведь одна из основных проблем – это видимость человека в условиях плохих погодных условий. Дождь, туман, снег, между прочим, особенно если идет снегопад. Я вот хочу просто напомнить, что, например, даже в такой технологически продвинутой стране, как, например, та же Финляндия, существует проблема хождения скоростных поездов. Казалось бы, там ездят новейшие электрички, все компьютеризировано, но парадокс, то лист упал, лист, вот имеется в виду обыкновенный осенний лист, упал на рельс, или пошла снежная пороша, и все, компьютер видит привидение, что якобы на дорогах находятся какие-то посторонние объекты, причем он же не измеряет их массу, размер, он видит, что они там есть, сигнал приходит. И все, электрички останавливаются. Угу. Вот, например, иногда, когда это рассказываешь, люди считают, что это, ну, такой, так сказать, ну, загибаешь. Анекдот. Но одна моя коллега в прошлом году из Фонтанки, из известнейшего российского интернет-ресурса, она как раз отдыхала летом в Хельсинки. Там было тоже что-то связано с погодой, и им пришлось пересаживаться прямо на путях из одного поезда в другой. По той причине, что компьютер, его величество, компьютер выключал движение. И вот это очень важный момент. То есть одно дело, когда показывают, как машина в лабораторных условиях едет по дороге, там еще контролер сидит, да, вот, и то... Вот. Возможны неприятности. Кстати, были неприятности же, точнее, трагические случаи с машинами, которые имели полуавтопилот. Вот стоило человеку зазеваться в расчете на то, что его исправит автопилот, а автопилот, условно говоря, фуру не увидел. Цвет фуры сливался с цветом неба. И для камер автопилота впереди объект отсутствовал. Вот он и поехал прямо под фуру. Вот это очень важный момент, что пока что мы, конечно, говорим о том, что сделан огромный прорыв вперед, и действительно машины могут очень здорово помогать водителю. Вот ведь очень важно, чтобы, допустим, водитель все время был в тонусе, и очень важно перехватить вот тот момент, когда чувствует компьютер, что человек не реагирует на возникающую опасность.
Но дело все в том, что для этого мы должны задуматься, я повторюсь, над очень важной вещью. Наши дороги должны быть высокоорганизованными. Ну ладно, нашли деньги, сделали дороги, все, вот ездим, все прекрасно, дороги, знаки, все хорошо. Но ведь беда вся в том, что и люди-то должны быть организованными. Да, потому что тут мы часто перебегаем дорогу, то на красный свет, то посмотрел направо-налево, кажется, что свободно, можно что-то и нарушить. А машина-то, наверное, рассчитывает на сознательность. Ну, дело в том, не то, что рассчитывает на сознательность. Тут вот, когда в свое время я изучал вождение, это было давно, вот, 40 лет назад. Так вот, тогда была такая фраза, что водитель должен предполагать, что все вокруг идиоты. Угу. Вот именно, тотальные. Вот. По одной простой причине. И ты должен вести себя так, чтобы в случае какой-то неожиданности ты был к ней как бы морально готов. Вот. Но тут видите, какая важный момент. Вот водитель грузовика, да, он мог сдавать там, или как он двигался, предполагая, что он большой, и его все видят. Но ведь получилось по факту то, что велосипедист ведь явно не увидел этот грузовик. Ну и давайте даже не будем говорить про то, что он не увидел. Ведь у меня иногда возникает впечатление, и думаю, у многих водителей, что велосипедисты принципиально не хотят видеть автомобили. Ну и пешеходов тоже. Но автомобили, это они же большие, и тем не менее они их не видят. Они предпочитают ехать так, как им нравится. По диагонали через улицу, перескакивать там, где по пешеходному переходу. Вот. То он едет по тротуару, перепрыгивает на велодорожку, с велодорожки он едет уже как мотоцикл, как большой, а потом опять туда-сюда, вот он скачет, как ему нравится. Но, понимаете, даже пешеход ведь не идет вот по тротуару, а потом не выскакивает. И это очень важный момент. Вот. В свое время один мудрый человек, ученый, сказал, он говорит, определите дефиниции, определение, дайте определение, да, и половины вопросов не будет. Мы должны вообще понять, человек на велосипеде – это пешеход или автомобиль с приделанными колесиками, или это средство передвижения. Вот посмотрите, мотоциклисты как-то же не носятся все-таки между пешеходами по тротуару, хотя, может быть, им бы и хотелось, и, может быть, они это и могли бы сделать. Почему ну, нет, видите? Иногда они так это делают. Ну да, но все-таки, если что-то такое, представьте себе, если человек на каком-нибудь мощном таком, такой машине начнет там показывать чудеса, то сразу появятся и негодующие, и тут же кто-то это сфотографирует и обратится в полицию. Что ж это за бардак? Вот. Да, между тем у нас просто очень долго дозванивается человек. Доброе утро, здравствуйте. Я вот видела один раз, я не знаю, как эта штука называется, доска на двух колесах, она ездит на электричестве. Парень сидел на ней на корточках, еще в наушниках, слушал музыку. Но его автомобилист даже сбоку, если он поедет, все равно не увидит. А вот что с такими делать? Спасибо. Ну, так это вопрос другого рода. Я просто хочу сказать, что тут очень важно понять, кто есть такой велосипедист. Было время, те же самые полвека назад, вот старшее поколение помнит, на велосипедах вешались такие сзади зеленые номера были, да, то есть у велосипедов были номера, и велосипедист должен был ехать по дорогам общего пользования по правилам уличного движения. То есть он должен был ехать на расстоянии примерно метра от бровки от правой, то есть иметь свой ряд таким образом. Он должен был показывать направление, куда он собирается поворачивать. То есть, собственно говоря, были правила. Сейчас этих правил нет. Велосипедист ездит так, как ему хочется. Это даже не перемещение в пространстве, это такое своего рода самовыражение. Но дело все в том, что так самовыражаясь, он представляет собой угрозу для пешеходов, и он представляет собой угрозу для себя самого и, кстати, для судьбы водителей. Потому что если водитель собьет такого сокола, то ему грозит вполне конкретный уголовный срок.
Ну и он может стать причиной какого-то ДТП, где водитель, пытаясь уклониться от столкновения с велосипедистом, может ударить другую машину. Разумеется. И это очень важный, принципиально важный момент. О том, что человек, который садится на велосипед, он, да, в принципе, должен понять, кто он такой. Вот это и для того, чтобы он это понял, это должно сделать соответственно, я так думаю, и государство, потому что государство все-таки у нас занимается организацией дорожного движения. Не просто какой-то клуб автолюбителей выдает всем права на вождение автомобиля. Вот попробуйте взяться даже с обыкновенными правами, устроиться на работу водителем автобуса или самосвала. Не возьмут, не те права, извольте. А тут получается, что можно создавать хаос на дорогах, и при этом никаких как бы права с вас не требуются. Это очень важный момент, и в принципе тут ничего не идет разговор о том, что моя свобода, что вот как хочу, так и самовыражаюсь, да, и тогда получается, что можно как угодно самовыражаться, чтобы вам не сесть в грузовик и начать дефилировать по Верманскому парку. Вот. А кто-то еще и броневичок прикупит. То есть, понимаете, вот этот разговор, мы либо все должны соблюдать правила, как только выезжаем на дорогу, либо, извините меня, тогда уже никто. Тогда начинается хаос. И, кстати, хочу заметить, что вот тот же самый человек на таком малюсеньком скутере, но едущий быстро, этот человек, согласно не законам Евросоюза, Латвии там, или кого-то еще, представляет опасность. Он представляет опасность согласно законам физики. Вот это у нас забывают. Потому что, как известно, энергия пропорциональна квадрату скорости. Не массы, а скорости. Пуля пронзает человеческое тело не потому, что она тяжелая, а потому что движется с очень высокой скоростью. И чем быстрее скорость ее полета, тем больше ущерб она наносит. Вот это очень важно понять. Человек даже среднего веса, стандартного, но который едет быстро, он имеет очень большую энергию кинетическую. И при столкновении с другим человеком, согласно закону сохранения импульса, он этот импульс передаст другому человеку, который шел себе совершенно спокойно, и в следующий момент он летит кувырком, разбивая себе голову. А ведь я, насколько понимаю, закон физики, получается, что если скорость увеличивается в 2 раза, энергия увеличивается в 4 раза. Да. Да, вот это квадрат, квадратично. Увеличили еще в 4, 8, 16 раз. То есть энергия очень большая. Почему, кстати, и говорят о том, что в машине при соударении, при автоаварии так важно, чтобы были, допустим, люди пристегнуты. Потому что если они не пристегнуты, то скорость, и они же сохраняют свою скорость движения. И никакая разница человеку упасть с 5-го этажа, упасть на асфальт, или, условно говоря, полететь с заднего сиденья и удариться о торпеду при скорости где-то в 50-60 км в час. Разница очень небольшая, вот, зачастую. Поэтому это очень важный момент о том, что, в принципе, если мы выезжаем на дорогу общего пользования, то мы должны пользоваться, в смысле, и у нас есть и обязанности, но у нас должны быть эти обязанности прописаны, и они должны касаться всех и каждого, кто на дороге. У нас, между тем, еще один звонок. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Я вот полностью согласен. То, что ваш гость, который не гость, а ваш ведущий, да, который на онлайне говорит. Значит, я хотел бы добавить, вот, прокомментировать. Часто бывают такие новости, когда говорят, вот в основном это не Рига и не Рижки даже район, это какой-то там Пагас и Латвийский, что какой-то автомобилист сбивает, там, например, велосипедиста, уезжает с места преступления. Ну, не преступления, а не знаю, кто даже... Ну, ДТП. Всего, да. Да, ДТП. И, знаете, я даже не знаю, на чью сторону становиться. Мне так кажется, я вот сколько ездил, ну не часто, но по грунтовым этим дорогам, где-то в пагостах, и вот велосипедисты, там вообще они такое вытворяют, что даже думал, что такого нельзя делать. Он такое ощущение, ты один, не знаю, полчаса едешь по грунтовке, никого нет, ты один и велосипедист один. И он может перед тобой резко выехать, там о жилетках я ничего не говорю. Вот прокомментируйте, вот как такое, вот как вы думаете? Я, например, иногда становлюсь даже больше на сторону водителей, не то что... Не знаю, как это сказать, что он уехал, я даже могу в качестве понять, что он уезжает с этого места потом, потому что вот как это потом доказать,
что он не виноват. Спасибо. Угу, спасибо. Ну, тут я не точно не могу сказать, но я понимаю, о чем идет говорит наш слушатель. Есть же еще один очень важный момент. Вот сейчас очень даже недорого стоят сигнальные приспособления, которые можно повесить на свой велосипед или одеть на себе на голову. Кстати, тоже вариант, да? Вот, чтобы не забывать и не украли. Вот. Допустим, спереди мигает белый огонек и сзади красный мигает. В сумерках и в темное время суток это очень помогает водителю понять, что впереди едет велосипедист. И нужно быть осторожным. Но когда вот в такую погоду, как сейчас, это же хуже зимы любой. Зимой велосипедиста хоть видно в свете фар на белом фоне. Ну, в фоне снега. Ну, когда зима нормальная. А сейчас? Сейчас этот человек просто исчезает на фоне мокрых кустов, обочины и прочего. Его не видно. За пару десятков метров человек растворяется. Казалось бы, ну, может быть, еще возьмите, они стоят копейки, а иногда их просто раздают. Отражатели, катафоты. Когда я сказал однажды одной барышне, которая выписывала кренделя на дороге недалеко тут, в Юрмале, она сказала, что она не дура, чтобы вешать на себя всякую ерунду. Она не дура. Она будет умная, когда ее переедут. Но тогда будет уже поздно об этом думать. Вот в чем парадокс-то заключается. Вот это же, кстати, все из одной и той же оперы. Это ковид-диссидентство, нет никакого ковида, да? Вот. Это из диссидентства в отношении изменений глобального потепления. Нет никакого глобального потепления, все это ерунда, да? Вот. А всему чему? А что есть? А есть моя воля. Вот. Что хочу, то и ворочу. Вот как хочу, так и правильно. Вот. Вот это... И вот против этой ситуации никакой робот, никакой искусственный интеллект не справится. Потому что если человек нарушает правила злонамеренно... Вот я видел сегодня, мне нужно было ходить к врачу. И вот я... В поликлинике увидел интересную даму, у которой на лице был такой небольшой щиточек, который тоже формально крепился за ушами, тут на подбородке, такая как маленький щиток. Она радостно сообщала своему спутнику, что вот купила такую дивную вещь, что вот это вот вроде и не придерешься, у нее маска есть. Угу. Да? Вот. А на самом деле это как бы и не маска. И дышать легко, и все такое прочее. То есть, ее спутник сказал, что эта штука ничего ж не фильтрует. Ни в одну сторону, ни в другую. На что дама ответила, так мне безразлично. Ей главное, чтобы от нее отвязались. Отстаньте от меня. Многие велосипедисты, с которыми приходилось и в чатах общаться, и где угодно, они тоже говорят то же самое. Отстаньте от меня, я хочу кататься. Вот еду, как мне удобно. Вот еще вы это начнете регулировать. И так все зарегулировали, да? Вот. Но вопрос следующий. Если ты живешь на необитаемом острове, то ты можешь сам себе устраивать правила. Но как только там появился в пятницу второй человек, ты начнешь эти правила с ним как-то корректировать. Иначе может все закончиться очень плохо. Вот. Поэтому это очень важный момент. Не вот эта трагедия вот с этим велосипедистом, это просто показывает в известной мере то, что как мог велосипедист оказаться под самосвалом, который, как описывают, сдавал задним ходом. Он же еще пипикает. Но скорее, ну очень возможно, что велосипедист в это время слушал что-то в наушниках и не слышал никакого пипикания. Я не знаю это точно, но очень часто приходилось видеть, как не то что велосипедисты, пешеходы идут, выходят на этот самый, на пешеходный переход, они очевидно думают, что если там намалевана зебра, то законы физики, например, инерции движения, отменяются. При этом они еще вставляют себе наушники в уши, вот, еще смотрят в этот смартфон. И таким образом они не видят ничего, что происходит вокруг. Хотя, например, если так поглядеть в правила, да, человек, подходящий к переходу, он должен посмотреть налево,
должен посмотреть направо, оценить, что никаких движущих средств нет. Ведь даже если машина обязана тебя пропустить, а у нее тормоза, прошу прощения, не схватились. Бывает? Бывает. Или скользко. Или человек очень быстро вышел, и водитель его тоже мог не заметить, заметить в последнюю секунду. И все. И понеслось. Кстати, в некоторых городах даже я видел очень забавные разметки на дороге. Дорога для пешеходов и отдельная полоса, но это, правда, на тротуаре, для людей, которые уткнулись в свои смартфоны. Там был какой-то значок смартфона. То есть предполагается, что эти люди вот, ну, идут более медленно и не видят ничего по сторонам. Вот такие смешные вещи. Ну, да, но вот в этом смысле как раз и возникает вопрос о том, что... Когда говорят о том, что в той же самой Скандинавии, например, в том же Копенгагене, столько людей ездит на велосипеды, на велосипедах. В 2010 году мне с моим коллегой довелось снимать сюжет об экологическом транспорте для одной из российских каналов. И мы снимали вообще сюжет часовой, по сути дела, 50 минут. Он должен был иметь эфирного времени. И мы разговаривали с людьми, которые представляют себе общество велосипедистов Копенгагена. И вот эти люди, которые все время ездят на велосипеде, они говорили, что для того, чтобы в Копенгагене ездить на велосипеде и получать от этого, что называется, не только удовольствие, но и пользу, но чисто практическую, да, необходимо четко понимать, как ты ездишь, особенность движения на велосипеде. Вот. То есть, условно говоря, надо не просто уметь ехать, надо уметь ехать вот в этой огромной массе. И четко понимать, что может автомобиль, что может велосипед, что может пешеход. И должно быть, что называется, давайте будем взаимовежливы. Но кроме этого, там есть и непредвзятое представление о том, что и велосипедист может представлять себе угрозу. Поэтому я думаю, что все мы сейчас сталкиваемся с одной очень такой неприятной вещью, что часть населения, она не просто не умеет пользоваться правилами и как бы нарушает их нечаянно, а что имеется целая определенная прослойка народа, которая нарушает правила злонамеренно. И вот как с этим, что с этим поступать, вот, не совсем понятно. И я думаю, что этот вопрос, который должны решить, в принципе, именно властные структуры. И в известной мере, я думаю, это должны оказать помощь, в том числе все участники движения. И те же автомобилисты, мотоциклисты и прочее. Но недаром же говорят о том, что в любом обществе находится там 2 или 3%, правда, людей, которые являются, ну, не то чтобы социопатами, но, тем не менее, имеют предрасположенность к тому, чтобы нарушать закон. Я уже имею в виду более серьезные нарушения, такие законы, как воровство, разбойные нападения там, или какие-то другие противозаконные вещи. Но все-таки согласитесь, что разбойные нападения, они случаются не по 20 раз на дню, допустим, в масштабах нашего города. Вот. И одно дело, когда что-то происходит тайно и как бы незаметно для окружающих. Например, профессиональный, когда-то мне пришлось пообщаться с человеком, про которого говорили, что в молодости он был какой-то совершенно филигранный фантастический карманник. Угу. Вот. Он позволил себе, это было на Крайнем Севере, он позволил себе сказать о том, что высшее то, что, ну, достоинство, да, это сделать так, совершить кражу, чтобы никто не понял, сам, ну, человек, и не, это касается не только карманного. Вот. Никто ничего не должен увидеть. А если спохватиться, то через очень-очень долгое время. Вот это, что называется, с его точки зрения, было виртуозный уровень ремесла. Но это же, понимаете, совсем другое дело, когда никто ничего не заметит. Если вы нарушили какое-то правило, и никто ничего не заметил среди других участников, то это правило, судя по всему, не имело в данном случае нарушения такого фатального значения. А когда происходит вот что-то такое из вон выходящих, приводящее к травмам и гибели людей,
то это вот уже действительно что-то, это очень серьезная вещь. И об этом нужно говорить. Вот. Поэтому мне кажется, что в принципе, ну, нельзя оставлять это без внимания каждый такой случай. Потому что в конечном счете небольшое даже относительно количество людей, которые, исходя из собственных представлений, нарушают существующие правила и ставят под угрозу жизни других людей, вот, они мало чем отличаются от вот тех, которые говорят, психопаты, там, социопаты и прочее. И мне кажется, очень часто они это нарушают, потому что знают, что им за это ничего не будет. Ну что же, да, действительно, тема, которая, может быть, будет продолжена в наших следующих программах. Я напомню, что с нами на прямой связи был Константин Рангс. Спасибо большое и до следующих встреч. До свидания. Всего доброго. До свидания.